Всем привет, ребят! Давно я не писал такого видоса, я уже забыл даже, что такое гильдейский босс, но многие просили, и сейчас я вам просто покажу третьего босса с новыми талантами. Попробуем сейчас собрать команду. Вот у меня есть команда с архидемона. Вот такая вот команда была. Сейчас только тыковку переделаю, уберу отсюда этого. Поставим кого сюда? Райка есть, кто там у нас с талантиком? Кого такого интересного поставить? Ну, поставим ее. И тыковку сейчас переделаем. Так, тыковку поставим. Вот так вот. Сюда вместо утекания. Закинем новую эмблемку любую. И сейчас посмотрим, сколько мы сможем. И как быстро мы сможем его убить. Мы, конечно, его за раз должны убить. Никто даже не бегает. Смотрим. Ну, это максимальный ДПСный, скажем так, состав. Посмотрим просто, за сколько времени он сорвется. Тут стоят у нас талантики, которые дают дополнительный удар. Интересно просто, что же получится у нас с этого всего. Вот так вот. Пишите в комментах, кто за сколько проходит его. Ну, у меня получилось. Я даже не успел, честно говоря, посмотреть, за сколько секунд. Но вот так вот. Такой вот состав. Давайте сейчас вам его покажу полностью. Можно, конечно, еще быстрее. Если понравился видос, давайте устроим челлендж, кто быстрее убьет и за сколько. Я постараюсь на следующего уже босса подготовиться, тоже больше набить. Так, вот это раз у нас было. Кто там у нас еще был? Фрея. А, видите, Фрея даже была не одетая. Два. Три. Четыре. Ведьма 5. И стрелок, по-моему, был. Вот такой вот состав. И, в принципе, как видите, убили очень быстро. Вот так вот убивается. Постараюсь уже в следующий раз вам пройти намного интересней и быстрее. Мне самому интересно стало, поэтому пишите в комментах, что вы думаете. Я хочу еще одного босса потом затестить. Сейчас загляну, когда он у нас там по времени. Так, это у нас битва гильдий. Красавчики. Так, челлендж. Ну, в принципе, на второго этот состав немножко не прокатит. Там надо больше замедления. Ну, попробуем во всяком случае. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.